В этом году уже с 3 апреля пакеты помощи Европейского Союза смогут получить малообеспеченные семьи, месячный доход которых до 188 евро на одного члена семьи. Ранее такую возможность имели только малоимущие, имевшие доход до 128 евро на человека. Таким образом, круг получателей пакетов, куда входят продукты питания, хозяйственные товары, гигиенические и учебные принадлежности, значительно расширился. Для получения пакета необходимо выбрать справку о своем социальном статусе и отметкой о том, что лицо соответствует условиям получения данного вида помощи. Задача социальной службы в этом процессе в том состоит, чтобы обеспечить всех наших клиентов, кому полагается помощь от Евросоюза в виде пакетов, необходимыми документами для получения ее. Оформить эти документы, получить их можно будет в 5 местах в городе. Венимас 8, это наш головной, скажем так, офис. Лачплеша 39, центр приема клиентов. Клиенты социального приюта на Шаура 23 получат также по месту жительства. И Шаура 28, клиенты социального дома, также получат по месту жительства. Ну и, разумеется, новостройка – это Лепес 4. Выдачей пакетов помощи Европейского Союза занимается Красный Крест. Такое решение приняло наше правительство. Есть постановление Кабинета министров. И наша работа, нашей организации уже много лет в нашем городе выдать людям эти пакеты. Получить пакеты можно с 3 апреля по следующим адресам: Лачплеша 39, вход со двора, в понедельник с 13 до 17, во вторник, среду и четверг с 10 до 15. Еще один объект выдачи – 18 Новомбра 161, вход через арку в подвальное помещение. Здесь пакеты можно получить по вторникам и четвергам с 15 до 18 и по средам с 12 до 18 часов. Мы постарались организовать работу так, чтобы было и с утра, и после обеда возможность получить пакет. Напоминаем, что для получения пакета необходимо предварительно получить справку из социальной службы с отметкой о вашем праве получать данный вид помощи. Огромная просьба клиентам не приходить всем сразу и одновременно, потому что достаточно большое количество все-таки у нас людей с этими статусами. И, пожалуйста, в течение месяца, наверное, можно было бы распределить посещаемость и для получения этих документов. Справки выдают в течение всего апреля. Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даупилской городской думы.